Всем привет, мои дорогие подписчики, просто зрители и детсадовцы, и начальные классы. С вами, как всегда, Элистер. Все мы из вас твердо знаем, что мы защищаем один и тот же дом от орды зомби в Plants vs. Zombies. И игра нам отчетливо это показывает. Лужайка — это понятно, это наш передний двор. Бассейн — это задний двор. Ну вот крыша лично у меня оставляет вопросы. На первый взгляд ничего такого, дом как дом наш, все такое же. Но вы ничего не замечаете? С какого направления зомби поднимается на крышу? Логично будет предположить, что с места лужайки. Ага, чисто зомби такие поставили лестницу, растениям типа пофиг, да? Значит, все же с боковой части дома, что было бы правильно. Ведь даже на PlayStation 3 в полном изображении локации виден забор, что как бы показывает, где лужайка, где бассейн. И да, все так, зомби с этого направления и приходят. И все, на этом конец. Ну, на самом деле, мы только подбираемся к всей сути. То, что мы нашли направление зомби, от этого не легче. Остаются три вещи, которые нам говорят, что эта крыша явно не с того дома, который мы защищаем. Короче, рассказываю. Первая вещь. Где находится дымоход на боковых сторонах дома? Ну где он, где? И еще эта антенна. Разве по логике она не должна быть здесь? Вторая вещь. Расположение крыши вообще не то с тем, что мы имеем. И третья вещь. Это еще что за круглое окно? И это та вещь, главная вещь, которая так и показывает, что это абсолютно другой дом. Объясняю. Как мы выяснили, где находится лужайка и где находится бассейн, то как стоит дом, то перед нами идет дальше бассейн. Ну вот теперь покажите, где здесь это круглое окно. Если было бы еще так, то было бы чуть правильно. Но опять же, расположение крыши не то, и то, что это изображение мода, а не официальной игры. Исходя из этого, предполагаем, что начиная с пятого этапа крыша, игрок меняет место жительства. Почему он это может? Потому что, ну, как бы, зомби-апокалипсис, город наверняка опустел, и некоторые дома стали свободными. И игрок туда переселился. Только остается вопрос, зачем? Но это уже другая история. На этом странности крыши не заканчиваются. Еще добавлю часть с зомботом, потому что он встает на крышу, топает на ней и еще швыряет машины. Так еще не просто машины, а кемпер. Там что нахрен крыша сделана из бедрока? И из этого всего выходит еще другой такой вывод, что крыша — это отдельная область, которая не имеет логики. Как крыша того дома, который мы защищали. И то, что она почти неразрушимая. Все. Спасибо, что досмотрели этот бред. Конечно же, это все было сделано ради этого дня. Делать это видео в обычный день и считать его обычным видео, доказывать что-то там про крышу, что она не такая. Ну такое. Встретимся в новом видео и всем до свидания.